Сохранение традиций и возрождение любви и преданности родному Донскому краю – вот главная задача, которую поставил для себя Юрий Кузьмич Шарапов, создавая музей казачьей истории в клубе поселка Горького. Шашка, бешмет, папахи, уголки казачьего быта в виде русской печи и прялки, гармошка и керосинка, иконостас и даже плетень с подсолнухами – все это призвано напоминать о том месте, в котором мы живем и процветаем. Музей создается для того, чтобы мы не забывали наше прошедшее, вспоминали наших дедов, которые отдавали кровь за Россию, которые старались, чтобы наша Россия была, жила лучше, чтобы наш Донской край процветал, чтобы наши города были красивые. В старину говорили: «Бог не без милости, казак не без счастья», а потому Юрий Кузьмич не унывает и верит, что музей будет только расширяться и нести радость людям, особенно молодому поколению. Кто живет на Донской земле, тот и казак.